Вот такой лещ из Ашана, дешевый, 160R стоит. Но я побольше ловил. Раньше такой плюшки что-то не замечал в магазине. О, свежак, вкусняк. Ну-ка, и пахнет-то как. Ну, я поменьше люблю, там костей поменьше. Вернее, кости поменьше. Но тут покрупнее. Ну, один вроде даже с икрой попался. Вот брюшко. Как-то так. Там еще вобла за 200 рублей. Что написано-то? Что-то такое.